Новогодний бал в Национальной школе красоты традиционно проходит в канун праздников. На протяжении 5 лет все больше юношей и девушек становятся участниками знаменательного события. Первые звуки оркестра музыкального колледжа имени Глинки и бал торжественно открывает королева красоты. К такому необычному мероприятию молодые люди готовились не один месяц. Разучивали па и реверансы, учили движения для танцевального флешмоба, подыскивали наряды и карнавальные маски. Всего в вальсе участвовали 160 пар. Среди парней во фраках и бабочках выгодно отличаются учащиеся специализированного лицея МВД. Белые перчатки и парадная форма явно добавляют им уверенности. Хотя для лицеистов вальс – дело привычное, волнение присутствует у каждого. Достаточно для нас не новое, мы не раз участвовали в балах. И я нахожу это занятие достаточно веселым, интересным, таким увлекательным. Я считаю, что каждый мужчина, такой уважающий себя, должен уметь танцевать, потому что это как бы развивает его как джентльмена. То есть это такую новую частичку его характера вырисовывает. Главная цель мероприятия – научить молодых людей знакомиться, общаться, изучать этикет и оттачивать знания на практике. Познакомились мы очень, легко. Мы стали хорошо общаться. Думаю, продолжать с ним дальше общаться. После обязательной танцевальной программы гости вернулись в 21 век. Развлечения, фотосессия и дискотека уже с современными хитами.